когда-то у Михаила Олеговича Ефремова было три жены, три дочери и три сына. Теперь стало четыре сына и две дочери. Старшенькая из дочерей, Анна-Мария, откровенно помотала нервы звездному папеньке. С матерью дочери у Ефремова отношения длились недолго. Частые разборки по любому поводу быстро привели к развалу брака. Мать и дочь уехали в Индию. Жизнь Анны-Марии с матерью была не сладкой. Мало того, что родительница с завидной регулярностью крепко прикладывалась к горячительным напиткам, так она еще и на дочери срывала свое разгоряченное состояние. Девочка жила как Маугли, только в городе. Она уверяет, что мать страдает не только алкозависимостью, но еще имеет и психическое заболевание. Звездному папе пришлось через суд выцарапывать дочь из любящих материнских объятий. Так как у него уже была новая семья, отец поселил 15-летнюю дочь на съемной квартире с гувернанткой. От скуки и одиночества у нее начались отношения со взрослым мужчиной. Последствия своеобразного воспитания и последующее одиночество сказались на юной дочери Ефремова в полной мере. Экстравагантности ей не занимать. Ежедневное перекрашивание волос во все цвета радуги – это мелочи на фоне остальных ее выходок. Взбалмошная девушка скандально откровенничает о своей личной жизни, увлекается роком, а не так давно заявила, что никакая она не Анна-Мария, а самый что ни на есть настоящий Сергей. Она или он бросила институт и живет на содержании у крестной матери Ренаты Литвиновой. О себе говорит только в мужском роде, а псевдоним у Сергея Ефремова Аам Тилмари. Остается только догадываться, насколько обрадуется папенька, выйдя из-за стенков тюремного учреждения. Было три сына, а стало четыре. И без всякого его участия, хотя еще не вечер, и Сергей может вновь стать Анной Марией. Или Сергеем Анной Марией. Какие годы в 20 лет, вся жизнь впереди. Дерзай, не хочу.